spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена оригинальная сумка от украинской компании «Флагман». Это важный и очень удобный аксессуар для спиннингистов, предпочитающих ходовые рыбалки, в том числе для поклонников стритфишинга. Модель называется Spin Backpack. Она современна, функциональна и достаточно легка. Вес составляет порядка полукилограмма. Давайте поближе ее рассмотрим. Spin Backpack имеет следующие габариты. Длина 42 см, ширина 25 и максимальная толщина около 14 см. В качестве основного материала используется ткань повышенной прочности. Она весьма износостойкая и, что очень важно, легко очищается от загрязнений. И еще, стенки имеют мягкие вставки, что создает дополнительную защиту содержимого от случайных ударов. Модель оснащается основной широкой лямкой, которая регулируется по длине, и в нижней части стропа крепится с помощью крупного фастекса. Благодаря такой конструкции ее можно использовать в качестве слинга. Ну а чтобы рюкзак плотнее сидел на спине во время активных передвижений, предусмотрена добавочная стропа шириной 25 мм. Кстати, вверху есть и отдельная ручка для переноски в руках или удержания его в общественном транспорте. С внутренней стороны лямки и на спине мы видим вставки из материала типа Air Mesh, которые улучшают циркуляцию воздуха и обеспечивают отвод тепла и влаги от тела. Для фиксации рыболовых пассатижей или карцанга есть специальное место, которое закрывается язычком на текстильной застежке. Рядом пришито пластиковое полукольцо для ретривера или карабина. Такие же элементы крепления расположены и на самом слинге. Снизу находится сетчатый карман с горловиной на резинке. Он предназначен для переноски небольшого термоса с кофе или бутылки с прохладительным напитком. Спереди находится двойное отделение под простыми молниями. Обратите внимание, собачки внешних замков оснащены удобными пуллерами с логотипом компании «Флагман». В меньшем кармашке можно хранить различные рыбацкие инструменты и приспособления, например, зевник, компактный лип-грип, узловяз или мультитул. Далее идет отсек побольше. Подойдет для упаковок с так называемой съедобной резиной, маленьких коробок с приманками или можно убрать бутерброд для перекуса. Открыв пару фастексов и молнию с двумя бегунками, мы попадаем в основное отделение. Кстати, раскрывается оно очень широко, предоставляя доступ ко всему содержимому сумки. Здесь места хватит для личных вещей рыболова, небольшой спиннинговой катушки или дополнительных коробок с приманками. Для хранения всевозможной мелочевки, типа поводков, пакетов с крючками, застежками и прочей фурнитуры, есть два прозрачных кармашка. Напротив мы видим карман из сетки. Не рекомендуем складывать сюда вещи, способные запутаться в ячее или порвать ее. Зато можно сложить документы или перчатки. И еще один достаточно объемный отсек размерами 20 на 16 см. Он способен разместить мобильный телефон, портативный навигатор или компактный фотоаппарат, который поможет сохранить в памяти самые яркие моменты в ваших рыбалок. В общем, в рюкзаке Spin Backpack всему найдется свое место. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.